Приветствую на своем канале Инспектор Гаджетов, и сегодня будет очередной автопчик, но он, к сожалению, посвящен снова не посылкам, а кое-чему другому. Это разговор пойдет о одном мошеннике, разводяге с Улыкса, но который, кроме того, что постит фейковые объявы, кроме того, завел себе даже сайт. Вот, и пытается с этой помощью разводить людей на деньги. Вот, и пишу я этот офф-топ вот так вот спонтанно, быстро, потому что, ну, чем быстрее, тем лучше, собственно, чем быстрее я запишу это видео, чем больше людей его посмотрят, соответственно, тем меньше людей пострадает от его действий. Ну что ж, начнем. Как я его обнаружил, вот на сайте Улыкса есть такое объявление о продаже видеокарты, и кто, в принципе, разбирается в ценообразовании подобной модели, тот сразу поймет, что цена 6900 это довольно-таки вкусная цена на эту видюшку. Она стоит примерно, ну, около десятки, грубо говоря, так. Вот, соответственно, как бы я увидел, меня заинтересовало. И, в общем, следующий мой шаг был это посмотреть вообще его профиль этого человека, что он, кроме этого, продает. Ну и продает, ну, собственно, как видите, много из чего еще интересного. Кому нужно зайти на его профиль, ознакомиться, в принципе, в строка браузера можете скопировать, точнее, набрать эти самые символы, либо же просто в поиске одной из этих позиций вбить и найти его объявление и, соответственно, его профиль. Ну, что мы видим? В принципе, мы видим то, что здесь на все позиции, на все-все-все позиции цена занижена. То есть она, ну, ниже такой среднерыночной, даже самой низкой, процентов на 30, а иногда даже и больше. Вот. Ну, для тех, кто как бы разбирается, те это сразу явно видят. Ну, кто как бы не совсем понимает, то опять же вбивайте любую позицию, сравнивайте на каком-нибудь хотлайне и сразу поймете, что цена реально занижена. Вот, собственно, то, что у него здесь есть. На что еще можно обратить внимание? Ну, созданное объявление, так сказать, пачкой. То есть он часть объявления создал 19 мая, а часть вчера, ну, это 20 мая. Вот, в самих объявлениях, ну, у нас информации минимум. Опять вернемся к видеокарте. Собственно, фотка типа живая, описание видюшки, взятое из интернета, и еще вот такая вот картинка, скрин сайта technoking.com.ua, тут телефон. Собственно, такой вот скринчик. И опять же, если зайти в любое другое объявление, давайте. Давайте зайдем. Здесь у нас, в принципе, аналогичная ситуация. Везде он добавляет скриншот от своего магазина technoking.com.ua. Вот. Ну, что ж я дальше сделал? Дальше я ему написал, этому человеку. Типа, сейчас покажу. Вот это, да. Сообщение. Доброго, каковы условия покупки, доставки? И мне отвечают: добрый вечер, все замовлено принимаем на нашем интернет-магазине, после замовления очекуйте на звонок вид специалиста. Ну и скриншот, опять же, он кидает вот этот вот TechnoKing, и текстовый документ там просто technoking.com.ua написано. Собственно, переходите на сайт. Ну что ж, смотрим дальше, смотрим на этот самый сайт. Выглядит он вот таким образом. Ну, с виду такой неплохой, не знаю, что это за движок. Вот название, телефоны различные здесь есть, можно потыкать. Есть вот как раз тот самый раздел, сейчас я вам покажу, на который вроде как и сделан был этот сайт. New, конфискат, новый товар по ценам БУ, количество ограниченное. И, собственно, это та категория, в которой продаются компьютерные комплектующий. И вот, собственно, вам для примера вот те самые комплектующие. Кроме, здесь их больше, чем на, у него в профиле Улыкса. Здесь их намного больше. И опять же, на них все цена занижена. Реально занижена. Вот. Что еще можно сказать о сайте? Ну, сразу могу сказать, что, например, остальные категории, так сказать, для вида созданные, ну, запчасти, аксессуары, там, для планшета всякие чехлы, на самом деле фейковые. Если там покопаться, например, зайти в матрицы или в какие-то запчасти для телефонов, то там заходишь, выбираешь там
например, экраны, выбираешь, например, для телефонов там Xiaomi, идешь по этому дереву, а в конце просто пустота. Ну, собственно, для отвода глаз это сделано. Я сейчас не щелкаю, потому что у этого сайта есть еще такая особенность. Он дико тормознутый, он просто нереально тормозит. Медленный, ужасно. Вот, по информации, ну, гарантия, понятно, в оплате у нас там, как всегда, все стандартно, в доставке также все стандартно, единственное, написано, что, сейчас контакты нажму, в доставке написано, что, в принципе, то же самое, есть самовывоз и есть доставка по Украине службами доставки. Вот, ну, и оплата также наличными курьеру, самовывоз и все. Если зайти в контакты, ну, видите, как тормозит этот сайт, вообще не грузится, очень медленный, не знаю, это связано с хостингом, не знаю, движком, в общем, сайт на коленке, грубо говоря. И если зайти в контакты, то там есть у нас адрес. Адрес даже без города. Но если этот адрес загуглить, то это будет город Мукачево. А если мы вернемся к объявлению, например, то все объявления он создавал в Днепре. То есть все объявления Днепр, а сайт Мукачево. Не прогрузился, но видите, еще все грузится. Вот, то есть можно забрать в Мукачево или можно заказать. Ну что ж, я сделал заказ, я выбрал там аж три позиции на довольно-таки приличную сумму, на 13 тысяч. Оформил заказ. И, кстати, перед тем, как оформлять заказ, я звонил ему на телефон. Но это было, правда, вчера и, ну, как бы поздновато. Никто трубку не брал. Вот, ну, я сделал заказ вечером и, собственно, ждал от него ответной реакции. Ну, сейчас небольшое такое вот уже итог, но, то есть, основываясь на всей информации, которую сейчас я вам уже предоставил, для меня лично это уже было на 99%, я был уверен, что это просто разводяга. Ну, как вам объяснить? Ну, на мой взгляд продавца, ну, я сразу вижу, зареганный человек вот в мае. То есть он буквально там вчера создал аккаунт, накидал объявлений, все цены типа заниженная цена, какой-то сайт кривой, который тормозной, на котором куча, ну, видно фейковый, потому что пустая. Вот основной раздел, на который должны клевать люди, он заполнен, а остальные отделы сделаны для отвода глаз. В них-то и товара, в принципе, нет. Там даже товар попадается 0 гривен, например. Ну, собственно, вот такой вот. Для меня как бы уже все было понятно. Но если копнуть чуть дальше, и, возможно, вам тоже следует взять такую практику на вооружение. Кстати, контакты наконец загрузились. Вот контакты, телефоны. Там еще МТС, если здесь кликнуть, есть. Августина Штефана 27. Если на Google картах смотреть, то это какой-то просто частный дом в Мукачево. Хотя, если кто-то живет в Мукачево, пройдитесь, посмотрите, позвоните ему с этого адреса и спросите, куда заходить, забирать видюшки и процы. Вот такая контактная информация. Вот, но если чуть дальше и проверить его любым Whois-сервисом, собственно, домен кидаем и узнаем информацию общедоступную о этом домене, об этом сайте. И какая информация, ну, как бы то, что и требовалось доказать. Смотрите, здесь, в принципе, все просто. Самая важная информация, которая нас интересует, не та, где, на каком хостинге висит этот сайт, а когда создан этот домен, когда этот сайт начал работать. И вот, пожалуйста, 16 мая этот сайт был создан. 16 мая создал он сайт, 19 числа накидал объявление на Уликс. Ну и, собственно, погнал все в работу это дело пошло. Ну, о чем это говорится? Сайт создан 3 дня назад и продают они там. Ну да. Вот и все, что и требовалось доказать. После вот этой информации это уже как бы 100% вероятности, что это разводяга и мошенник. Ну и теперь в конце, подытожив, я хочу вам продемонстрировать звонок из этого так называемого интернет-магазина, от этого так называемого Андрея. Но сейчас тоже прервусь. В принципе, можно было крутить эту историю дальше. То есть можно было в стиле пранка, например, как-то подействовать. То есть, например, взять у него номер карты, фамилию, имя, отчество узнать этого негодяя.
Собственно, можна було позвонити, наприклад, українською мовою, там доброго дня, я з Мукачева, хочу підійти, от я вже на вашій адресі, тобто куди мені йти, мені потрібно забрати там щось, якісь комплектуючі. Вот, собственно, так можно было поступить, то есть вариантов много, но я решил, что это все нужно быстрее делать, опять же, чтобы обезопасить многих людей, которые могут повестись на такую подобную вещь. Ну, а теперь слушаем звоночек. Андрій, доброго дня. Інтернет-магазин «Техокінг». По замовленню телефону замовляли у нас оперативну пам'ять, процесор і відеокарту на сайті. Там є вони всі по наявності. Загальна сума вашого замовлення виходить 13 434 гривні. Так, по відправці сказали місто Дніпро, відправляємо інтернам, відділ номер 26, доставочка на безкоштовно. Отримувач будете ви, Андрій, прізвище ваше. І номер телефона отримувача, це на який телефонує, залишаємо як основний. Добре, тоді замовлення передано бухгалтерію, очікуйте смс-очкові для оплати, підтверджується замовлення ваше, і сьогодні будемо готувати. Какої оплати? За замовлення. Ну, в смысле? Що не зрозуміло, я повторю? Ну, наушка, я в смысле, какая оплата? Ну, по ходу, на сайті ж написано, менеджер, вони телефонували чи менеджер? Ніхто мені це не дзвонив. А, ну, у нас конфіскатор на сайті в розділі оплату доставочки написано, що конфіскатор справляється тільки на зараз попередньої оплати, або можна зробити самовивіз з відділення Мукачева або Чиніця. Я просто там вообще ничего не нашел. Ну, скажи, товар добавил в корзину, нажал. У нас в разделе оплата доставка для выключения, как мы прочим, конфискатом. На жаль, такие умовы нам выставляют наши поточальники, но не подносовывалось и прочим только так. Ну так, а что? Так теперь, то есть я сделал заказ. Что дальше нужно сделать? По конфискату у нас идет попередняя оплата. А если у вас замалывание ростовое... Да, то есть у меня получается вам 13 тысяч сразу заплатить? Ну, по конфіскату такі умови, да. Ну, ви ж товар замовили без конфіскату, так виходить, що повна попередня оплата. Ну, там нигде такого не було написано. Ну, ладно, ні, ну, в принципі, смотри, если ты мне сам привезеш все это дело, то я тебе еще 100 гривен накину, и ты мне еще отсосешь, хорошо? Ну, мне не сказано, может, я тебе не отменю. Давай, да, до свидания. Ну, собственно, вот такой вот звоночек. Ну, как бы понятно, что все это развод, но кто-то, все-таки кто-то, вы знаете, что не зря эти мошенники едят свой хлеб, соответственно, кто-то клюет. И я постарался как можно быстрее снять это видео. Я добавлю в теги название этого сайта. И, собственно, надеюсь, что будут хотя бы люди как-то попробуют перед тем, как заказывать на данном сайте, хотя бы в гугле вбить «Технокинг» этот самый, и, возможно, мое видео им попадется, они его посмотрят, и у этого разводилы ничего не закажут, и деньги ему не переведут. Последнее хочу добавить, это то, что вот эти контакты, вот они, два телефона, и плюс еще... Тот телефон, с которого он мне звонил, это 099-345-72-29. Вот. Имейте в виду. Я надеюсь, это видео кому-то помогло. На сегодня все. Спасибо за внимание. Ставим лайки, подписываемся на канал. Всем пока.